Готово. Первая песня называется Ask Me For Advice. Она о том, что друзья нужны не за тем, чтобы кидать им приколы, видеоприколы Ваську, а за тем, чтобы, блядь, помогать в жизни и давать советы. И нужно всегда помогать своим друзьям. По-любому. Всегда. Уходи. Давай. Называется «Момент». Она, в принципе, в продолжении этой темы про друзей. Что? Мы вместе, только пока нас держат вместе какие-то обстоятельства. Когда обстоятельства исчезают, исчезает дружба. Так не должно быть. Нужно дружить с людьми только ради этой самой дружбы. Давай. Yeah.
Спасибо. Ты убавлял? Не надо. Ну сейчас, по-моему, очень тихо было. Нет. Не могу громче петь. Сделай громче. Следующая песня называется «Слишком поздно». Она о том, что изменения в тебе, они могут произойти слишком поздно, позднее, чем это того требовала твоя жизнь. Это очень плохо. Семен, не веди себя как дурак. Поехали. Следующая песня называется «Ничего не мешает нам быть чуть-чуть добрее и даже совсем странными». Она о том, что неважно, как на тебя смотрят, неважно, что тебе думают, ты должен верить себе. Если ты делаешь что-то хорошее, блять, похуй на всех. Мне не смешно. Она о том, что, может быть, не один я так думаю, но мне постоянно кажется, что я не могу найти какого-то своего места среди никого, потому что дома никто не понимает вообще меня. То есть, может, терпят, но это не то, что нужно. Никакого сочувствия я не встречаю. Там
На учебе, ну это вообще, то есть тоже отдельно, не о чем здесь говорить. Нет, не все в пизду, я не то хотел сказать. Я о том, что, опять же, нужна... Алло! И я хочу на самом деле сказать, что я больше не собираюсь там пытаться кому-то тянуться, кому я не нужен. Мне наплевать. Я буду верить себе. Если кто-то хочет, если всех устраивает все, то мне похуй. Можно начинать. Мне не нужна только логика, слепая и твердая. Если нет никакого сочувствия, значит я буду верить себе. Это о том, что не нужно пытаться понять другого человека только с помощью логики. Нужно включать свои чувства. Следующая песня — «Перерыв на обед». Следующая песня называется «Перерыв на обед». Она о капитализме, о том, что он превращает нашу жизнь в полную бессмыслицу. Что мы работаем на работе, которую мы не любим. И перерыв на обед — это как бы символ того, что у нас нет никаких причин жить. Мы только... Говори. Да, заебали. Мы только ждем выходных, чтобы отдохнуть, вместо того, чтобы делать, что мы на самом деле хотим. Вот, и, блядь, вместо причин жить у нас только перерыв на обед. Yeah.
Забыл сказать, это на самом деле провал, но на дистро лежат тексты наших песен. Извините, что так поздно, но можете взять, почитать. Ну вот, еще в этой песне есть строчки, что если мой разум надежнее власти, значит власть надо мной не нужна. И то, что не нужно бояться новых вещей, новых... Вот тот же самый... Блядь, не выключай. Тот же самый анархический черный крест. Это не просто какая-то там залупа и секта. Это реальный пример того нового, что люди сами могут помогать друг другу, сами делать, сами решать свои проблемы. И ни к чьей помощи не прибегают, только сами. Все, мы больше не будем. Мы закончили. Спасибо за внимание.